How you doing? Добрый день. Добрый. Благодаря. Вчера вечером поздно парень мне один позвонил, мой партнер по скайпу. И задал очень хороший толковый вопрос. Ну, парень толковый, такой вопрос толковый. Он говорит примерно такое, спрашивает меня и просит не уклониться от ответа. Он говорит: Олег Григорьевич, вот вы выступаете, в своих выступлениях используете разные в нужный момент слова, фишки, какие-то вещи, и люди реагируют так, как надо. Как-то вам удается находить в нужный момент нужные слова. Это что такое? Откуда это? Что за секрет? Это ваш предыдущий опыт наработал вам такой навык профессионального общения с людьми? Откуда такое знание психологии? Или вы владеете каким-то искусством, или, ну, короче говоря, раскройте секрет. Ну, на самом деле, никаких секретов нет, я думаю. Но вопрос очень важный. Почему одни говорят, я далек от мысли, что я достиг совершенства в чем-то. Ну, во всяком случае, в проведении презентаций, в общении с людьми. Я работаю над этим, мне это интересно, у меня есть кое-какие плоды и результаты, но я человек скромный. Так вот, ответ мой такой. Когда ты начинаешь говорить, когда ты открываешь рот и что-то произносишь, глядя в глаза людям, то ты должен помнить самое важное и самое главное. Ты должен говорить исключительно о выгоде этих людей. Твой товар, или твоя услуга, или твое деловое предложение, которое ты в данный момент продвигаешь, должны быть хорошими, они должны приносить пользу людям, ты должен в это верить и заботиться только об одном. Благодаря. И заботиться только об одном, каким образом донести до людей их выгоду, чтобы они осознали, что это им выгодно, что это действует на их пользу, что твой товар или услуга им помогут. Вот и все. Если в голове эта установка всегда, то значит, найдутся слова, найдутся эмоции, всплывут истории, возникнут всякие разные ассоциации. Самое главное – быть нацеленным на демонстрацию выгод человека от твоего предложения. Все, точка. К сожалению, большинство нашего брата, сетевиков, делая презентацию или рассказывая о своем бизнесе, о продукте своим друзьям, знакомым или выступая на аудиторию, забывает о этой главной и простой истине. Они говорят обо всем. Они говорят важные вещи, но они забывают о самом главном, о выгоде человеческой. Когда человек тебя служит, у него в мысли в голове, мысль в голове одна единственная, главная. Что мне с этого? Какая мне выгода? Ну ты поешь сладко, а мне что с этого? Вот что думает человек. Если ты рассказываешь ему массу цифр, замечательных, ну ты рассказываешь ему об автомобиле и поешь ему о том, что он такой классный, что в нем такие шестеренки, что у него такая коробка передач, аналогов которой в мире нет, что резина сделана из суперматериалов, что там есть технологии высшего класса такие, что там корпус из алюминия и так далее, и так далее, и так далее. Он все это воспринимает, но он это не привязывает к себе, он не видит выгоды. Но если ты ему скажешь, что ты в этой машине будешь безопасен, если ты перевернешься, допустим, не дай бог, ты всегда будешь целым, потому что так устроена машина. Или ты будешь ездить на этой машине и всегда будешь экономить массу топлива, потому что она очень экономичная. Или таких моделей автомобилей ни у кого нет, это их очень редкое количество. И когда ты будешь подъезжать к своему дому, все будут просто охреневать от зависти, понимаешь? Вот какая выгода перед тобой. То есть человек должен понять, какая моя выгода, какой мой интерес.
Если ты расскажешь о каком-то продукте, который ему влияет на его здоровье, то ему глубоко наплевать, сколько ферментов и прочих разных полезных веществ внутри, если он не поймет, какую выгоду получит этому продукту. Он говорит, вот скажешь, вот съешь вот это вот два раза, и у тебя вырастут на голове волосы, как вот у этого человека, у этого. Или уйдет живот, или ты будешь полон энергии, понимаешь? Исключительно нужно концентрироваться на выгоде. Если ты будешь использовать этот продукт, то в условиях кризиса каждый раз, когда ты будешь заправлять бак, ты будешь класть в карман дополнительных 20 или 30 долларов. В отличие от того, если бы ты без этого продукта заливал свой бак бензин. Вот и все. Ты будешь каждый раз при заправке экономить 20 баксов. Тебя это интересует? Давай деньги, начинаем. В конечном итоге, или вот этот бизнес, он в этих условиях, он принесет тебе, смотри-ка, что он тебе принесет. Ты будешь работать легко и просто из дома, потому что это бизнес из дома. Во-вторых, этот бизнес востребован сегодня потому-то. Ну, в частности, вот продукт и бизнес, который позволяет людям экономить деньги на топливе сегодня. Ну, кризис, ну, некачественное топливо, ну, цены на бензин растут со страшной силой, ну. Если ты просто за 20 долларов купишь эту бутылку, то у тебя на 40 заправок хватит этого продукта, и каждый раз, с каждой заправкой у тебя будет машина ехать мощнее, лучше, ты будешь чувствовать себя увереннее, комфортней, сэкономишь главное деньги. Ну, простые совершенно вещи. Когда ты сконцентрирован на том, чтобы показать человеку его выгоду, а не петь красиво, не поражать его глубокими знаниями и вопросом, не удивлять его твоими ораторскими приемами, какими-то особыми, значит, жестами или еще чем-то, не сыпать цифрами, фактами, что важно, но это не имеет никакого отношения к делу. Вот в чем дело. Ну и, конечно, это и есть понимание психологии людей, это и есть понимание того, что надо людям. И если ты понимаешь, что людям надо, то вот и весь простой секрет. Истина, она же простая. Старайтесь рассказывать людям о том, что они готовы от вас услышать. Они хотят от вас слышать только одно. Что мне с этого будет хорошего? Если я начну это использовать, если я это куплю, что я получу? Какая выгода моя, какой мой интерес, какую нужду я удовлетворю свою, какую потребность, как я буду защищен? Так во всем. Великие люди мотивировали на войну, на бой, на страшные какие-то, страшно рискованные вещи, только лишь показывая выгоду людям. Силой из-под палки очень трудно это сделать. Убедить их какими-то не относящимися к их глубинным интересам вещам невозможно. Так что, когда вы начинаете говорить перед людьми, скажите себе, я должен показать ему его выгоду. Я должен сделать все, чтобы он увидел, что мое предложение действительно изменит его жизнь к лучшему. И если вы так будете думать, то у вас все найдется. И чувства, и эмоции, и энергия, и страсть, и навык появится, и все. И вы будете удачным и успешным. И поэтому, делая вывод, потому что я сказал, концентрируйтесь всегда только на этом, и вы будете богатым и счастливым человеком. Желаю вам удачи, всего доброго.